Завершился визит зарубежных журналистов на освобожденные территории и город Гянджан. В рамках трехдневного медиатура в городах Шуша, Агдам, Джабраил представители СМИ ознакомились с масштабами разрушений, совершенных Арменией за 30 лет оккупации этих земель. Последним пунктом пребывания журналистов стал второй по величине азербайджанский город Гянджа, по которому армянские вооруженные силы во время 44-дневной Отечественной войны наносили ракетные удары. Мы находимся в Гянже, куда была брошена бомба во Второй Карабахской войне. Мы находимся там, где было совершено военное преступление. Они атаковали мирных жителей. 26 человек погибли в результате этой атаки, в том числе и дети. На мой взгляд, это преступление было совершено в целях провокации.